Сегодня есть все условия для того, чтобы этот матч стал выдающимся. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки — предельное внимание в защите. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. Сегодня есть все условия для того, чтобы этот матч стал выдающимся. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки — предельное внимание в защите. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. Сегодня есть все условия для того, чтобы этот матч стал выдающимся. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки — предельное внимание в защите. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. Сегодня есть все условия для того, чтобы этот матч стал выдающимся. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки — предельное внимание в защите. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. Сегодня есть все условия для того, чтобы этот матч стал выдающимся. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки — предельное внимание в защите. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. Сегодня есть все условия для того, чтобы этот матч стал выдающимся. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки — предельное внимание в защите. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. Сегодня есть все условия для того, чтобы этот матч стал выдающимся. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки — предельное внимание в защите. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. Сегодня есть все условия для того, чтобы этот матч стал выдающимся. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки — предельное внимание в защите. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. Галено. Что-то он может придумать с мячом сейчас. За такой подкат вполне можно желтую показывать. Не раздумывая, достает арбитр желтую карточку, и начало матча перестает быть томным. Да, вот такое вот у нас начало, и теперь обе команды осознают, что сегодняшний футбол должен быть предельно аккуратным. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех.
Сегодня есть все условия для того, чтобы этот матч стал выдающимся. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки – предельное внимание в защите. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. Сегодня есть все условия для того, чтобы этот матч стал выдающимся. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки – предельное внимание в защите. Галено. Что-то он может придумать с мячом сейчас. За такой подкат вполне можно желтую показывать. Не раздумывая, достает арбитр желтую карточку, и начало матча перестает быть томным. Да, вот такое вот у нас начало, и теперь обе команды осознают, что сегодняшний футбол должен быть предельно опасен. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. Сегодня есть все условия для того, чтобы этот матч стал выдающимся. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки – предельное внимание в защите. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. Сегодня есть все условия для того, чтобы этот матч стал выдающимся. 3-4-3 они выбрали сегодня. За таким интересно посмотреть. Главное для такой расстановки – предельное внимание в защите. Тренер выбрал ярко выраженную оборонительную модель игры. Ну и посмотрим, по итогу матча принесет ли это его команде успех. Сегодня есть все условия для того, чтобы этот...